Никаких ручек, радио, газет и политических разговоров. Посетители приходят раз в месяц. Немедленно встать! Не смей спать в моей кровати! К этому можно привыкнуть. Нет! Это не мое! Ты белый Мандела. И самый большой здесь глупец. Что бы ни случилось, не сдавайся. Мы слышали о вас двоих. Сколько вам дали? Мне 8, ему 12. Но мы не планируем задерживаться. Высота 6 метров. И каждый сантиметр покрыт колючей проволокой. Вооруженная охрана. От заката до рассвета. Туннели в любом направлении приведут тебя обратно в тюрьму. Каждый, кто сюда попадает, считает, что сможет легко сбежать. Все бывает впервые. Вот и я о том же. Хочешь сделать ключ из карандашей и бумаги? Нет, из дерева. Ты просто псих. Нам просто нужно изготовить очень сложный ключ и вставить его в замочную скважину с другой стороны железной двери толщиной в 7 сантиметров, к которой не подобраться. Мне нравится. Если поймают, в лучшем случае получишь 25 лет. В худшем – пулю в голову. Стоять! Что это? Нет. Ну же, ну же. Кто-то идет скорее. Твой план обречен на провал. Я не сдамся. Он ничего не сделал. Мы узники совести. Для нас все по-другому. Нет, мы узники войны. Руки! Да что с вами, люди? Они хотят сломать нас, но мы им не дадим. Это мое! Это мое! Запомни свой гнев. Он напомнит тебе о другом мире. Вне этих стен.